Улица Советская, дом 2. Первый адрес, по которому отправился заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов с проверкой качества чистоты подъездов. В сегодняшнее непростое время этому вопросу уделяется особое внимание, а потому и требования повышены. Немножечко пальцем раз, и вот здесь уже облако стоит. Дверью хлопнули, стукнули, все посыпалось, мы все это вдыхаем, и со всем этим мы пошли домой. В подъезде чувствуется запах хлора, значит, уборка проводилась. Хотя запах не всегда показатель. Многие управляющие компании пользуются дезинфицирующими средствами без хлора. Показатель – чистая салфетка. Но в этих домах оценка проверяющего – 3 с минусом. Делегация перемещается в микрорайон Купеленко, северный квартал, дом 17. Александра Белоусова встречает старший по дому. К нему и вопросы. Как жители отзываются о проведении таких мероприятий? Все довольны. Даже жители есть такие, которые выходят, то есть помогают сами. В соседнем доме дезинфекция в самом разгаре. Уборщица Диля тщательно протирает поверхности специальным раствором. На каждый подъезд требуется немало времени. 1 час. В день? В день. 1 час – это уборку, первый этаж. Первый этаж. А 1 раз в день делаете? Каждый день. Здесь оценка нашего ревизора значительно выше. Здесь твердая четверка, может быть, даже с плюсом. По словам Александра Белоусова, главное не наказать за некачественную уборку, а разъяснить, какие имеются недоработки. Управляющая организация, либо те или иные граждане, которые проводятся на обработку, ну, возможно, не во всех случаях обращают внимание именно на то, что стоит продезинфицировать. А путем вот таких выездных мероприятий, путем такого контроля, можно обратить внимание на контур двери, как мы сегодня с вами видели, да, на электрощитовые, на те участки, где оседает пыль. Я тоже решила сегодня побыть в роли ревизора. У меня есть салфетки влажные. Я сейчас проверю, насколько чист этот подъезд. Мне кажется, чисто. Конечно же, ответственность сегодня не только на коммунальщиках, но и на каждом жителе. Ведь, согласитесь, несложно, выходя из дома, пройтись влажной салфеткой по перилам, дверным ручкам и кнопкам домофона. Это наша с вами безопасность. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.